Ну, вот Энигма этим и занимается. Энигма там внизу пока что забирает Т1 в это время. Выход от КК. Хорошо в соло забирает под щитком Дарсфира Нинджабуги, отправляет его в таверну в миде. Ловит Муна здесь. Ну, как ловит? Сейчас поймают. Опа! Да, здравствуйте. Эмбер врывается. Ножичку сломал себе Манки Кинг. Стоит пока что в стане. Не попал. Да, чинсы не залетели. Но должно урона хватать. В любом случае, это еще один фраг будет, точнее, должен быть в копилку команды King Gaming. Отлично. И вот уже 2000 они ведут золотых. И сразу же смог. Там еще руна регенерации попутно достается для Эмбера. Вообще шикарно. Сейчас ману пополнит. И вот, например, Кипи можно найти. Да, его и находят. Его привязали. Набегает и Долончиков подведет. Говорит, Эмбер Спирит, все это дело забирай. В итоге Энигму должны убить. И Долончиков тоже должны убить. Вот и Долончиков бы... Ими не хочется фить, потому что они дают прилично. Ну да, по 20 золотых. Неплохо.